Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня быстрое видео о том, как настроить ARM и DisARM дрона DJI Avata. Проще говоря, мы полезем в настройки и назначим одну кнопку, с помощью которой вы сможете в любой момент запускать дрон и в любой момент резко выключать моторы. Это супер полезная функция в случае любого краша. Если вы попадете в кусты либо в дерево, ваши моторы продолжат двигаться, и тем самым у вас есть риск сломать дрон. Как минимум сломать пропеллеры, либо же сами моторы. Дабы показать более детально, я подойду ближе. Наша задача назначить на вот эту кнопку, это кнопка C2 на контроллере. При переключении вверх мы будем запускать моторы, в центральном положении и в нижнем положении моторы будут резко выключаться. В качестве примера еще эта функция очень полезна для того, чтобы вы могли посадить свой дрон без всякой опасности, если вам придется сажать его на газон, на траву, либо же просто в пыльное место. Чтобы не сажать его на самый пол, вы можете в мануальном режиме подлететь к себе, зависнуть на одном положении, взять дрон сверху и правой рукой просто нажать на кнопку, и резко выключатся моторы, вы его просто возьмете в руку, и все, посадка совершена. Давайте запустим дрон, зайдем в настройки и посмотрим, что нам нужно поменять для того, чтобы это начало работать. Подключаем контроллер и дрон к очкам. Есть. Все, после запуска мы заходим в меню, настройки, управление, пульт дистанционного управления. Здесь опускаемся и видим, что у нас есть кнопка C2, самая нижняя часть, низ кнопки C2, настроен на опускание подвеса. Нам нужно поменять данный пункт на запустить моторы. Тем самым C2 вверх и середина сразу же переместилась на значение остановить моторы. То есть получается при нажатии кнопки вниз наши моторы будут запускаться в нижнем положении, в центральном и в верхнем положении моторы будут останавливаться. Это сделано для того, чтобы в любой момент вы могли быстро нажать, неважно на центральную либо на верхнюю часть переключателя, и быстро выключить моторы. Пробуем, как работает. Для того, чтобы начать запуск, нам нужно перевести дрон сразу в мануальный режим. Так что меняем. Нормальный. Спорт. Мануальный. Есть дрон в мануальном режиме. Опускаем вниз левый стик. И нажимаем вниз. Есть запуск моторов. Нажимаем на центральную точку. Стоп. Запуск. Стоп. Запускаем моторы. Останавливаем моторы. Также мы должны помнить, что данная функция работает только в мануальном режиме. На этом все. Всем спасибо. Пока.